Очередь вторая, спортивная. В парке «Союзный» в Одинцово кипит работа. Сделано уже немало. Площадки для воркаута и выгула собак. Скоро появятся велосипедная и беговая дорожки. Теннисные столы сейчас будут установлены. Здесь тренажеры будут стоять напротив. Высадятся деревья, посадим кустарники. Когда у нас финальная точка? Ну, думаю, недели две. В первую очередь парка в 8-м микрорайоне завершили почти год назад. К работам над второй приступили сразу же. Но они затянулись сначала из-за погодных условий, а потом в связи с корректировкой проекта. Впрочем, местные жители отнеслись к этому с пониманием. Жители каждый раз просили внести что-то свое. То есть где-то дорожку добавить, где-то, допустим, вот по собачьей площадке, там у них было предложение там элементов добавить по собачьей площадке. Да? Вот. Более того, жители активно принимают участие в озеленении парка. Подготовку к зимнему сезону начали в сентябре. К декабрю каток на Солнечной улице преобразится. Поменяют не только покрытие. Мы предусмотрели реконструкцию павильончика. Вот, это наша раздевалка. Да, это раздевалка. То есть будет, грубо говоря, две теплые раздевалки, будут два туалета полноценных. И сверху даже предусмотрели небольшую такую трибунку. Зимой здесь по традиции будут играть хоккеисты. Летом их место займут любители роликов и скейтбордов. А те, кто предпочитает более спокойный отдых, смогут прогуляться по набережной. Ее тоже благоустроят. Планируется здесь солнечная станция? Лодочная станция. Сомневались по нашей баранке. Ну, если опыт положительный, то вообще нет. Просто пошла. На набережной Комсомольского пруда оборудуют настил из экологически чистой доски с подсветкой. Установят скамейки и качели. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».